привіт усім, хто хоче мати гарний вигляд та здорове тіло. Сьогодні ми будемо перевтілюватися у прямому сенсі цього слова. Тому що ми прийшли до Станіслава Велебницького, майстра трансформацій і фітнес-тренера. Перше, що я хотіла тебе запитати, невже можна за невеличкий проміжок часу зробити з себе, ну не знаю, там вашу мрію, скинути декілька кілограмів і гарно виглядати? Що для цього необхідно, на твій погляд, і які ж секрети ти розкажеш зараз? Юль, давай сразу определимся для того, чтобы зрители также понимали, да, вот момент, когда необходимо уметь четко разделить. Есть понимание тела мечты, да? И фишка заключается в том, что у каждого из нас тело мечты выглядит абсолютно по-разному в его мечтах. Угу. То есть кто-то видит себя Арнольдом Шварценеггером, девочки видят себя Моникой Белуччи, или кто-то видит себя именно девочкой с подиума. То есть мечты у всех разные. Необходимо понимать о том, что тело мечты, оно не приходит за ночь, оно не приходит за неделю. К телу мечты необходимо идти, и эта дорога непростая в плане того, что она потребует от вас время, но результат будет стоить буквально каждой потраченной секунды, минуты, часа, которая была необходима для тренировок. Я за два тижні, ну не знаю, там хочу поїхати на море і гарно виглядати там. Я ж не можу вийти так, як я зараз, якою я є. Мені треба скинути зайві кіло. А знаєш, як кажуть, от я хочу, наприклад, мати струнку талію, гарний прес, я хочу підтягнуті бедра, я хочу в тонусі руки. Тобто, в принципі, у всіх, майже у всіх людей однакові забаганки. До свого тіла вони ставляться приблизно однаково. І приблизно однакового хочуть. Тому, що для цього? Поэтому, если мы говорим о том, что большинство людей хотят получить быстрый результат, мы будем говорить честно и откровенно, да? Мало кто хочет, готов настроиться на то, что он должен к Новому году выглядеть замечательно, но он это начал делать еще в марте месяце до Нового года. В основном это происходит, что мне нужна классная фигура уже вчера. Правильно? В этом случае я расскажу небольшой, назовем это так, лайфхаки, как сейчас это называют. Ой, давай, давай, це треба. Лайфхаки. Я хочу однозначно сказать, что эти лайфхаки, конечно же, не приведут автоматически к той идеальной фигуре, которую многие хотят, но тем не менее, это позволит избавиться от так называемого пуховика. Я это называю эффект пуховика. Представим себе, что под нашим лишним слоем объемов, да, и ненужных, так сказать, веществ, которые мы называем подкожный жир, некрасивое слово, но правда, находятся те самые красивые мышцы, пресс-кубиками, попа орехом. Наша задача как можно быстрее этот пуховик с себя сбросить. Для этого мы должны использовать стратегию, которая называется у нас 30%. Это очень интересная стратегия, которая позволяет 30% времени потратить на то, чтобы сделать то, что я сейчас расскажу, которая даст вам 70% того самого сброса, который вы увидите. Итак, первое, что мы делаем. На 30% мы снижаем объем блюд, которые мы просто едим сейчас. Нам не нужно ничего убирать из своего питания, не начинать резко отваривать куриную грудку без соли, пихать в себя эту жуткую брокколи. Ну, колись ще Гурченко казала, їжте на відро менше. Ну, тобто, мала рацію, я думаю, так? Все верно. Їсти треба менше. Да, дело в том, что если человек резко сбросит калорийность, это приведет к тому, что его тело включит такой тумблер защитной реакции, и, естественно, за счет выброса гормона стресса вес не уйдет. Наша задача дать телу спокойный, правильный сброс. Поэтому мы на 30% уменьшаем потребление всего того, что мы едим, даже не меняя диету. Так, це є. Далі. Это первое. Затем мы берем три продукта, которые нам необходимо будет убрать из рациона после трех дней, когда мы ограничили себя на 30%. Первое. Это продукты с белой мукой. Везде, где есть мука. Второе. Мы убираем все продукты, где есть белый сахар. Это в том числе продукты со скрытым сахаром, такие как кетчупы, соусы и так далее. И, к счастью или к сожалению, тем не менее, мы убираем алкоголь. Зовсім? Да. До... А трошки вина, кажуть, треба, необхідно. На Новый год. Это все надо... Не пей сейчас, это на новогодний стол.
Четкое правило. Выпить литр два. Почему нет? Если это праздник, и тело должно расслабиться, мозг должен расслабиться, это нормально. Мы достигли цели, мы себя должны побаловать. Я буду казать, что это мне Стас сказал. Я понял, я попал. Вот. И, соответственно, мы применяем очень интересный третий важный трюк. Мы на 30% стараемся уменьшить употребление соли. Не более чем на 30%. Полностью не солить продукты я однозначно не советую. Но попробуйте на 30% солить продукты меньше, вы увидите буквально через пару дней, как объемы начинают уходить. Я не рекомендую делать это долго, это максимум 2-3 недели, чтобы просто это не превратилось в регулярное... Вот. А потом 2-3 тижні цукор можно, борошно можно? Пока 3 дня у нас идут, и мы снижаем на 30% рацион, да, пока едим. Угу. После этого мы убираем это все. Так, на скільки? Сколько у нас остается до Нового года? А після? Ну, мы відсвяткували, да. А потом знову повертаемось? До нормального життя. В этом случае я хочу, чтобы зрители понимали, что хорошая фигура – это не разовая акция. Вот. Это тот самый стиль жизни. И находиться в хорошей, классной форме становится в хорошем смысле зависимостью. В хорошем смысле зависимостью. Почему я об этом говорю? Потому что в последние, наверное, вот пару лет, к сожалению, то, что я наблюдаю в соцсетях и в медиа, и среди своих коллег-тренеров, фитнес стал уже совсем не тем, для чего он изначально был придуман. Фитнес изначально был для того, чтобы вписываться в общество, чтобы быть в форме, чтобы чувствовать себя великолепно, выглядеть потрясающе, быть уверенным в себе, иметь потрясающие красивые формы. Сейчас же фитнес превратился в наказание себя, превратился в какие-то безумные челленджи без сахара, без соли, без еды, без воды, без сна, без моргания, 3 часа подряд и прочее. Сейчас все блогеры, все, кому не лень, рассказывают нам о том, что я делаю вот это, я делаю вот это, делаю вот это. И, к большому сожалению, люди массово в это верят. Я хочу, чтобы люди, в первую очередь, которые смотрят сейчас нас, вспомнили о том, что фитнес – это, в первую очередь, удовольствие. И если вы тренируетесь, и вам это не доставляет удовольствия, вы делаете что-то не так. Если вы питаетесь и мучаете себя, ограничиваете, и ваше тело отторгает эту диету, и вам каждый раз плохо, вам тяжело, вы делаете что-то не так. Остановитесь и спланируйте. Ти знаєш, Стас, мені так сподобалась твоя дієта. Мені взагалі сподобалось все, що ти говориш. Я так сподіваюся, що якщо ми будемо нормально їсти, ну справді 30% це не так вже й багато, але на деякий час, а потім ми звикнемо. Ми захочемо бути гарними, ми захочемо їсти так, як ти нам запропонував, тому що все ж добре, нам від того гірше не стало. І чому б так не їсти, так? Тому будемо здоровими, будемо щасливими, будемо задоволеними життям. І разом зі Стасом, робіть вправи, будете ще здоровішими.